Алёхин, алле zusammen. Короче, у меня... Чё, день, да? Две новости. Одна хорошая и одна нехорошая. Хорошая в том, что я сходила в Незер, и с помощью моей книги, вот я сделала еще вот такую вторую книгу, здесь у меня только свет, потому что переключаться с ломания на свет быстро я не могла, а еще надо топор в руках держать. Ну, в общем, я сделала вторую книгу, она у меня была, я ее нашла, я ее сама не делала, но мы ее, естественно, сделаем. И, в общем, у меня вот такие две книги, я сходила, очень много насобирала, да, вот столько поторговала. И очень интересно вот этой моей сейчас копалкой собирать золото. Ты стоишь такой деловой, да, где-то на одном берегу разлома, а вот там далеко-далеко золото и пиглины ходят. А тебе фиолетово, ты берешь так хабара и все. Ой, не то сделала. Деловая такая, как веника. Чего это я свет поставила? Так, хобана, и все. Вот видите, и у меня в инвентаре это. В общем, пиглины не понимают, кто копает их золото, а ты накопал. Тролли-тролля, такой довольный. В общем, понравилось. Я там все, там у меня такая высокая-высокая пещера, и на потолке очень-очень много было... Ос! Так. Ой, мамочки! Ну вот, Лена. Да идите вы на... Нет, ну это издевательство. Ты куда утекаешь? Ты вообще гад, да? Иди сюда. Слушайте, да я их 100 лет не видела, этих козлов. Вот это да! Так, и вот это вот плохая новость. Вот обратите внимание. Вот эти козлы пришли ко мне вот сюда, потому что я там нашла вот такую книжку в Незере. Снаряд, воспаление, и она у меня лежала вот здесь, в этом слоте. И я что-то собиралась открыть, по-моему, книгу, или, в общем, я на нее случайно нажала. И вот это вот все произошло. Короче, вот это остатки роскоши. Сейчас мне это все надо назад застроить. Ибо вот я такая вся сейчас уязвимая. Так, это вот 7 белой шерсти у меня осталось. Так, надо этих похоронить, как делает волк. Ой, блин, короче, труба... Ой, дело. Ой, а столы пропали. Столы у меня... Ой-ой-ой. В общем, ребята, мои бы ручки... Да в какое-то другое место. Ёшкин ты кот. В общем, я сейчас отремонтирую мой дом, и мы начнем дальше работать. А то я так понимаю, что сейчас вот эти товарищи, которые на меня один раз набежали, сейчас они будут тут ходить и ходить. Как-то там волк делал кладбище на дне океана. Сейчас и я устрою кладбище на дне океана. Где бы это так мне? Рыбы, разбегайтесь. Я вот здесь вот сейчас у вас кладбище буду устраивать. Вот так вам. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вон у меня значок уже висит справа над картой. Так, а молока у меня нет. А если молоком это дело все залить? Так, где-то у меня... Иначе ж они сейчас задолбают, да? Ты сколько надо будет? 5 этих самых сделать. Так, иди сюда. Где моя корова? Блин, а коровы у меня как таковой нету. Но это ж надо, я столько игр сыграла. И я думала, они про меня уже забыли. Так, надо где-то поспать срочно. Сейчас поспим. Так, сейчас ищем корову. У меня вот там были коровы. И попробуем убрать это дурное предзнаменование, или как это дело все называется. Коровы, вы где? Вон они. Коровы ныкаются эти. Я им специально из земли выстроила, чтобы они не боялись. Так, идите сюда, девочки. Мне надо ваша помощь.
Вот. Убрала я это дурацкое предзнаменование. Так, это другой мод. Надеюсь, сейчас эти козлы ко мне больше не придут. Хотя это не точно. Я не такой большой знаток этих товарищей. Ладно, я сейчас отремонтирую мой дом. Благо, у меня кварца много. Восстановлю сейчас все. И будем заниматься дальше волшебством. Ну вот, восстановила я домик свой. В общем, ладно, это не важно. Главное, чтобы ко мне гости не приходили. Итак, значит, идем заниматься дальнейшей ерундой. Я хотела сделать... Я хотела сделать лук. Лук зачарованный. Будет пущена стрела заклинания, носящая 0 урона, если маны недостаточно, но обычная стрела. Значит, мне надо эссенция манипуляции. Эссенция манипуляции, вот она. Что здесь надо? Редстоун, часы, каменная кнопка. У меня камня нет. Это я точно знаю. Так, булыжник. Иди сюда. И чего у меня нет? У меня нет печки. Сейчас мы здесь организуем печки, да? Чтоб далеко не ходить. Перестаньте, мужчина, орать. Мне так... А где моя кирка? Ни хрена не слышно. Мы сейчас 4 печки организуем. Бабы струхи. Ой. Организуешь здесь 4 печки, если нету верстака. Верстак же у меня только там. Так, дайте дерево. Быстро, пожалуйста. Надо было сделать верстак этот самый. Вот, блин. Голова, два уха. Ну ладно, сделаем сейчас вот верстачок. Поставим здесь, пускай тоже будет. Так, верстак. Итак, печки 4 штуки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой. Ай, так сойдет. Дальше уголь. О! И все, у меня одна есть только. Да, ух ты, жалко. Так, уголь. Так, давайте уголь. Так. А я сюда не могу, мне ее надо сначала сделать. Так, сейчас. Угу. Это с диамантовой в такую. У меня бы хотя бы такую железную сделать сначала. Так. А вот это что у меня? Глиф обмена, глиф руны, глиф урона по площади. Это я нашла. В сундуках. Вот глиф урона по площади есть. Хорошо. Ой, так, чего мы ищем? Мне... Ой, так, Лена, давай сначала мы поставим вот это и вот это. Пускай оно жарится. Мне надо всего лишь одна единственная кнопка. А я уже тут развал... Так, все, ну перестань ты шуметь, господи. Есть? Давайте. Я пошла отсюда, злые вы все. Так, значит, кнопка. Потом нужен один редстоун. И что еще нужно? Где эта фигня? Вот она. А, часы. Часы. У меня точно есть. Вот. Целых 3 штуки. Ура. Так, пойдем делать. Что я там искала? Так, это заберем. Все с предыдущего волшебства. Замечательно. Итак, сюда надо положить, сделать свежевыжатый кристалл. Ой, это вентиумная. Блин, совсем не из того мода. Абахалё. Вот, спади.
Так. Делайся. И сейчас раз, два, три. Раз, два, три. Делайся, делаешься, делается. Молодец. Замечательно. Так, сейчас нужен меч. Какой меч? Ой, меч, лук. Лук, блок этих истоков и золотой блок. Блок истоков и золотой. Это что? Это не то золото. Наверное, это золото не поканает. Ну, зато вот блок самоцветов есть, а золотой блок... А, есть у меня. Один единственный. Ну, это тоже хорошо. И... А, лук, 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 лук. Лук у меня... Это не лук. Тут у меня вот стрелы. 19 штук. Зашибись. Так, паутина. Раз, два, три. Палки. Раз, два, три, кажись. Чего я их взяла? Раз, два, три. Сразу не выложила. Хорошо. Итак. Вот отсюда вот убрать вот эту вещь, потому что она здесь не нужна. Значит, лук, эссенция... вот это и вот это. Значит, кладем сюда, сюда, сюда. Так. Так, что-то не поняла. Пьедесталы должны находиться в пределах 3 на 3 блока. Далеко не 3 на 3 блока. Чё-то я не поняла. То есть в одном этом... Так, давайте вот это заберем, потому что он думает, наверное, что вот это вот тоже из этой же системы, да? Давайте попробуем сейчас. О, понятно. Он думал, что вот это все, что лежит там, это тоже относится к этой фигне. Не, мужик, не относится. Значит, надо все убирать. Merci beaucoup. Показывайте, что за хреновина. Так, заклинание можно начертать. Чего мы ему начертаем? Воспламенение, да? Не ту книжку взяла. Так, у меня на чем стоит? На один поставить. Так, воспламенение, да? Что еще? Вот воспламенение легко. Сейчас сделаем уголь и вот эта фигня. Это фигня. Я их выложила только что, да? Сейчас сходим туда. Уголь обыкновенный. Дайте мне, пожалуйста, вот. Раз, два, три. И сейчас сходим за этой фигней. Вот. Итак, сюда положим уголь. Эту фигню. Выбрать. Пишешь? Пишет. Господи, опять ночь. Ну, только ж проснулась. Так, а сейчас это как-то надо дело наложить на... Как его наложить? Вот так. Да они и так у меня находятся в 3 на 3. Ну что вы ерунду городите, мужики? Может, сюда что-то еще надо положить просто? Сейчас. Хорошо. Дополнительные стрелы. А как зачаровывать-то? Кого тут пульнуть? А у меня ж ни одной стрелы. А, есть 19 стрел с собой. Так, кого пульнуть? Этот вот там все скачет. Так, сейчас мы это... Чините сенсы. Пойдем пулять.
такой. Пустые какие-то мужики пошли. А, Крипер, так, Крипер, ты это... Я с вами не умею драться, поэтому вы... Меня салютики. Досвидос. Хорошо, короче, понятно. Я не знаю, в чем сила этих стрел. Но как-то не ахти, да? Но на кроличью лапку для удачи пойдут. Сколько я там стрел этих использовала? Оба-на! Я молодец, 12 стрел выпустила. Ага. Наверное, я могу чисто вот такую книжку сделать, да? Вот воспламенение. Ну я ж вот... О, эссенция огня. Вот как! То есть вот эту всю фигню надо. Эссенцию огня сделать, эссенцию воздуха, стержень этот. Так. Сейчас. Эссенция огня делается как? Зажигалка, факел, порох. Зажигалка. И тогда класть в середину, наверное... Где еще одна зажигалка? Палочки я уже положила в систему, да? Уйди. Система, приди. Так, порох. Порох. Так, вот это вот уберите. Уберите, уберите. Все это нафиг. Порох нет. Это... Так, значит... Нет, это не туда. Глиф зажигания не надо. Часы уберите. Значит, это... Это и... Вот, глядите-ка. 12 моих палочек. Так, идем делать. Так, стоп. Что значит идем делать? А, ну правильно. Мы туда это... Вот попробуем сейчас. Значит, раз. Два. Три. И вот сюда. В пределах 3 на 3. А у меня каких пределах? Ну что-то... То делается, то не делается. Ну нифига не... Понимаю, все равно в пределах 3. А у меня в пределах каких блоков? Так, давайте-ка я вот эту вот хренотень отсюда уберу. А сейчас... У меня в пределах одного блока. Двух. Хм. Ну, вот сделала ж я лук-то. Я не знаю. Блин, то делается, то не делается. Может быть, просто рецепт не найден? Может, я что-то опять не то сделала? Конечно ли! Держите меня, 3 человека. Бля, Лена, овечка веслоухая. Иди сюда. Господи! Не, ну так протупить, это могла только я. Какую глупость я сделала. Я эссенцию делаю совсем на другом этом самом аппарате. Надо эссенция, а я насилую аппарат заклинания для того, чтобы сделать эссенцию. Ну вот, бля... Это вообще... Господи... Да, такое могу только я. Вот так. Эссенции-то вот здесь делаются. О, дождь пошел. Так, раз. Господи, а я насилую. И так, и сяк. И с...
скоком и с прискоком. Нету рецепта такого. А такого? Чё, тоже нету такого рецепта? Я вас сейчас всех изнасилую нафиг. Пойду смотреть, что ж случилось. Ой, куда ж я пошла смотреть в книжку? Аппарат для зачарования. Хорошо, эссенция огня делается. Факел, Лена. Ой, бля. Не, я вообще, я вот. Ой, ребята, что-то я туплю. И так сильно, что прямо не могу. Я спутала все на свете. Ай. Откуда я эту палку взяла? Вот, хоть что-то сделаю. Ой, блин. Так, эссенцию огня сделали. Слава тебе, господи! Женщина, когда ж вы научитесь? И сюда. Вторую эссенцию как делать? Дождь, заканчивайся. Не до тебя. Вот это как эссенция делается. Перышко, стрела, крылышко. Лена, перышко, стрела, крылышко. Делается все вот здесь. Кладем фигню. Потом берем перышко, стрелу. Так, перышко. Перышко, стрела. Вот, вот, господа, я не помню, что дальше. Стрела, перышко. Да, склерозница я еще та. А, крылышко. Пардонец, все-таки женщина в возрасте. Надо отдать мне должное. Крылышко. На, делайся, гадость. Так, и вот сейчас для аппарата зачарования вот эта вся хренотень. Но прежде мы заберем вот это все отсюда, чтобы он не кричал, что это не подходит. Так, и вот сейчас кладем вот это сюда. Так, палку сюда. И вот это... сюда. И берем, сначала попробуем вот этот. О, сработало. Да слава тебе, господи. Ой. Так ступить это, конечно, могла только я. Хорошо, сейчас у меня лежит здесь воспламенение. Вот здесь есть добыча, защита, так, защита, загар огня. Так, где вот эта фигня, которая называется бесконечность. Оба-на, эссенции воздуха надо, дофигищи и алмазный блок. Что у нас там в эссенции воздуха было? По-моему, крылышки эти... Сколько их надо штук? Раз, два, три. Так, это всего 9. Минус 2, 7 штук, да? По-моему, надо были крылья, да? Да, надо крылья, перья. 7 штук крыльев у меня есть. А, зачем 7 штук? Лена, боже ж ты мой, это же не забирается с алтаря. То есть вот эта вся фигня, что еще? Стрела. Это все остается. Стрела, вот это вот. Это вот все положить и пусть остается. Единственное, что я должна сейчас, стоять и то снимать, то укладывать. То снимать, то укладывать, потому что... автоматизация здесь не работает, поэтому надо положить... Ой, не туда. Положить, подождать. Короче, 7 штук делаем.
сделала я эту хренотень, 7 штук. Пойду-ка я посплю, иначе я оглохну сейчас от этого дождя. Просто заколебал. Как раз сейчас ночка. Алмазный блок. Ой. Так, давайте-ка я вот это пока что все уберу. Потом, конечно, искать буду, но ничего. Считаться на этот два. Алмазный блок. Дядя. Итак, ну что, делаем бесконечность. Я надеюсь, я правильно все сделала. Итак, алмазный блок и 7 вот этих штук. Вот так и сюда. Мой меч. Фу, правильно. В этот раз я ничего не это самое не сморозила. Что бы еще такое? Пронзающую стрелу какую еще? Как зачаровать? А, вот, да дурных, как зачаровать! Ну ничего, мы сами разобрались. Эффективность, шипы, тройной, сила. Вот силу бы третью еще, да? Сила 1. Потом на силу 2. Сила 4. Сила 5. Ага! Опять нужны эти эссенции воздуха, брилики, эссенции воздуха, эссенции воздуха, эссенции... Раз, блин, раз, два, три, четыре, пять эссенций воздуха. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15 бриликов. Ну, этого до хрена у меня. Короче, 5 эссенций воздуха. Я пошла делать, чтобы не это самое, не занимать ваше время. Пока что сделаем перерыв. There are ancient stories that tell of a grand bazaar. A realm of pure imagination that only the most intrepid, the boldest, and the bravest can reach by clicking the marketplace button. Well, that doesn't seem very hard. Huh. Well, never mind. Так, собрала я нужные. Надеюсь, что собрала все нужное. Итак, сейчас будем. Первое. Один алмаз, одна эссенция, один блок. Один блок, одна эссенция, один алмаз. Лук. Чего? Рецепт не найден. Еще раз. Алмаз, эссенция воздуха, блок самоцветов и стопка. Все стоит, все на месте. А, стоп! Вот эту фигню не убрала. Так, все это выкинуть. Так, раз. Вот. А сейчас... Вот. Не забывать отсюда убирать все это, весь этот хлам. Давайте я этот хлам положу сюда, чтобы типа знать, что вот эссенция воздуха это вот эта херня. Ну что, получилось? Да, получилось. Вот интересно, если я сейчас положу
Что там для второго надо? Сейчас у меня сила 1, сила 2. 2, 2 и 1. Думаете, я запомнила? Нет, 2. 2. И 1. Сработает оно? Мне надо достать и положить. Ага. Понятно. И сейчас сделаем пятый, как раз ночка, пойдем крушить народ. Еще бы мне это дело. Так, ну и сейчас один. Что там? На пятый уровень. 5 бриликов. Да, вот у меня 5 и осталось. 1, 2, 3, 4, 5. И вот сюда один вот этот. И один. Да уйди ты, господи. Один вот этот. Все. Ну все, хана вам. О, ко мне пришли гости. Здравствуйте, ребята. Вы опять ко мне? Ну-ка, дайте ко мне мой меч. Ой. Че, у меня ни одной стрелы нету. Надо хоть одна, чтобы была. Сейчас, мужчина, сейчас, подождите. Встал, спрятался, и типа я его флага не вижу, да? Мужик, сейчас... Проверка на дорогах. Оба-на! Умер! Не дойдя... Ну ладно, пусть горит. До меня! Вообще, он даже не успел добежать! Какая сильная я женщина стала! А как бы это так, чтобы не выходя из... своего закутка мне побить тех остальных? Вот они ж однозначно вот там вот стоят, эти вот родственники вот этого товарища. Ладно, придется идти. Ну а что делать? Так, я сытая. Так, на всякий пожарный вот это сюда, это все отсюда, чтоб не путалось. Так, под руками. Идем сюда, делаем салют и прощаемся со зрителями. Ту-ду! А этот где? Ой, мамочки! Попрощалась со зрителями. Тебя... Что, сыпы на мне надеты, да? Вот так тебе и надо. Все, попрощались. Пока-пока.